девчонки, какая красота сегодня. Сегодня просто... Ой, эта беседка занята, да? А то мы бы взяли эту беседку. Жаль, занята она. Смотри, какое море сегодня туркеза. Колоры туркеза. Я хочу вот напротив пляжа, где волны, слышно звук волны, успокаивает. Ой, какое море сегодня. Море сегодня бушует. Так. Это вот массажный кабинет на море. Да. Не знаю, у тебя написано 20% скидки на массаж в твоем пренатационе. Такая девушка хорошенькая. Ой, я вчера здесь лежала, а сегодня не занята или занята? Ой, мое место забрали. Кто здесь? А вон они свободны, тут один занят. Один занят, да, короче, берем. Прямо отсюда, да, мне нравится вот звук волны слышать. Это так успокаивает это вообще. Хорошо. Да. Девчонки, какие-то коричневые медузы у них, как водоросли. А я думала, что это никто не купается в море. Оказывается, медузы у них, как травки. Алену сперва искусала медуза прямо под грудью. А я думала, это просто водоросли. Я говорю, да это просто водоросли. И схватила, как эту водоросль. И она мне... Руку искусала, аллергия пошла. И еще и здесь. Я вообще в шоке. Почему ты мне не поверила? Ну, мне сказали, что медузы нету. Смотрите, две линии, две полоски мне сделал. Я вообще в шоке. И на руке вот. За то, что схватила медузу, отомстила мне. Сейчас будем показывать, как Алена будет накладывать мороженое. Можно положить сколько хочешь. Два лишка. Она уже набрала. Я мечтала всегда это сделать. Я хотела быть продавцом мороженого. О боже. Никто меня не остановит. Всем приятного. Алена в Греции на Корфу. Оказывается, Корфу, а не Корфу. Я думала, почему-то Корфу в семейном отеле. В семейном отеле, наверное, замуж выйдем. Алена в Греции на Корфу. Оказывается, Корфу, а не Корфу. Я думала, почему-то Корфу. В семейном отеле. В семейном отеле, наверное, замуж выйдем.